Ну, Борис Мельничук был основополагающим камнем в этой истории, потому что именно он позвал команду Аврамова, команду Януковича. Он обратился к ним с прямой просьбой о защите, как он подразумевал себе это. Собственно говоря, благодаря ему рынок оказался под влиянием Абрамовых. Семья Абрамовых на сегодняшний день – это прямые представители Януковича, а я, как понимаю, Борис Мельничук – прямой представитель Абрамовых на рынке. Представьте себе, что ваш крестный и человек, который обязан очень многим семье Добрянских, едет и отдает весь бизнес, не информируя, да, ну, клану, который является криминальным, да, после чего становится смотрящим от этого криминального клана и отжимает всех остальных от бизнеса. Вот, собственно говоря, та ситуация, которая произошла с Мельничуком. Тут не нужно ничего приукрашивать, оно вот есть так, как оно есть.